Вітаємо всіх телеглядачів та прихильників спорту. Нашу останню в цьому році програму ми присвячуємо королеві спорту легкій атлетиці. У нас в гостях директор Миколаївської ЗДШОР з легкої атлетики Анатолій Бугайов. Вітаю вас, Анатолій. Привітаю вас. Анатолій, добігає завершення 2015 рік. Який він був для ваших вихованців? Прошедший год был для нас очень насыщенный в том плане, что это предолимпийский год, и те соревнования, те программы, которые были запланированы на год, мы выполнили, несмотря на те трудности экономические, которые касаются каждого человека. Наши спортсмены принимали участие в чемпионатах Украины и чемпионатах Европы и были участниками чемпионатов мира. Это так, по такой программе мы сейчас вот готовились и просматривали своих ведущих спортсменов для того, чтобы многие могли попасть на Олимпийские игры и выполнить олимпийские нормативы. Про Олімпійські ігри трохи пізніше, а найкращі результати ваших спортсменів на чемпіонатах Європи, світу, на інших турнірах? Ну, к сожалению, наші спортсмени остались без медалей на чемпіонатах Європи. Але місця ж були якісь? Да, ну, займали 6-е, 9-е, 12-е, 15-е місця. Це для молодих спортсменів, які вперше участвували в таких рангах соревнованиях, це неплохо. Вони вже посмотрели своих соперников, окунулись в эту среду таких международных соревнований, и мы надеемся, что в дальнейшем их спортивная карьера будет улучшаться. Кого из махованцев Миколаївської легкої атлетики вы могли бы визначити? Ну, это наикращие, да, есть наикращие. Как всегда, наши прыгуны Юлия Чумаченко, которая выполнен норматив мастера спорта международного класса. Артур Колесник, который имеет результат 2 метра 20 сантиметров. И Диана Киричук, Валентина Кирлярская, Юлия Игнатова, которая после рождения ребенка вернулась, стала чемпионкой Украины в беге на 10 километров и достойно выступила на чемпионате Европы по кроссу. Ну, взагалі, на чемпіонатах України скільки нагород ви вибрали? Ну, ми вважали... Чемпіонати України як дорослих, так да, і юнацьких, да. І юнацьких. Це близько 40 медалей різного достоинства завойовано на чемпіонаті. Це говорить о качественной роботі, ну, наших спортсменів, тому що ми... У нас, к сожалению, нету сколько спортивных школ, как в других областях. И мы работаем вот на то, что качественно, и все зависит от финансового состояния, сколько можем профинансировать и повести на соревнования. Вот оттуда и результаты. Ну, зрозуміло, що легка атлетика – це дуже насичений від спорту, дуже багато видів програм. Найбільш славетна наша миколаївська стрибкова школа, стрибки у висоту. Які ще види, крім звичайного стрибки у висоту, ви могли б відзначити, адже дуже багато видів програм? Ну, наша школа займається і не тільки вищим спортивним мастерством, а велике увагу ми уділяємо дитячому і юношескому спорту. Це резерв нашої школи. Ми проводимо дуже багато соревновань. Наша область – одна із ведучих по выполнению программы «Детская легкая атлетика» и АФ. Мы в течение года проводили много соревнований, а вот в конце года, посвященный Святому Николаю, в Николаеве прошли финальные соревнования по программе «Детская легкая атлетика». И, до речи, мы имеем возможность увидеть сюжет саме про ці змагання. Фестиваль «Детская легкая атлетика» проводится городским управлением физкультуры и спорта совместно с Международной федерацией легкой атлетики. За год благодаря этой программе в соревнованиях приняли участие несколько тысяч юных спортсменов Николаева и области. Мы благодаря этой программе проводили соревнования целый год. Это и в общеобразовательных школах, школах-интернатах, на базах отдыха, в парках, на стадионах. Старались привлечь учащихся от 7 до 12 лет.
За победу в финале боролись 6 команд из Баштанского, Новоодесского, Жовтневого, Корабельного, Центрального и Заводского районов. Их кураторами выступили известные николаевские спортсмены – олимпийцы. Среди них Вита Степина, Елена Халоша, Диана Киричук, Юлия Чумаченко. Каждый отвечает за команду и помогает этой команде. И детям очень интересно, что их ведут такие звезды, олимпийцы проводят на этих соревнованиях. Олимпийская чемпионка Вита Степина уверена, что занятия легкой атлетикой можно начинать в любом возрасте. В легкой атлетике существует масса видов, начиная от бега, прыжков и метаний. И легкая атлетика дает возможность заниматься всем. Неважно, какого роста ребенок, какого веса, какой подготовки. Для этого находятся группы начальной подготовки и более высокой подготовки. Поделилась Вита Степина и своей формулой успеха. Главное – любить свое дело, поставить перед собой цель. И тогда все будет получаться. А начались соревнования с небольшого концерта. Затем все участники соревнований выполнили совместную зарядку под веселую музыку. Состязания складывались из 7 различных эстафет, как беговых, так и прыжковых. В результате победу одержала команда из Баштанки, на втором месте команда Центрального района Николаева и на третьем – Новой Одессы. Анатолий, дуже зворушливий сюжет, такий цікавий. Взагалі, ми побачили діточок, але взагалі скільки майстрів спорту міжнародного класу та майстрів спорту України підготували тренери вашої школи за цей рік? В этом году Юлия Чумаченко выполнила норматив мастера спорта международного класса. Но мы не столько за то, что получил спортсмен звание, как у нас цель показать те результаты для того, чтобы завоевать, так сказать, лицензию на участие в Олимпийских играх. У нас в школе 3 мастера спорта международного класса и 7 мастеров спорта. А дело в том, что спортсмены, которые у нас в школе, у нас до 23 лет. Потом мы их передаем в Центр олимпийской подготовки и в школу высшего спортивного мастерства. И хочется еще отметить, вот буквально накануне, в связи с подготовкой к Олимпийским играм, нам областное управление видел по спорту, выделил 15 тысяч гривен, мы смогли приобрести прыжковую яму, штангу, барьеры для подготовки наших олимпийцев. Це дуже важливо. І тепер переходимо до наступного 2016 року, який наступить за декілька днів. Це рік Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро в Бразилії. Традиційно миколаївські легкоатлети беруть участь у цих змаганнях і вони виборюють ліцензії. Які плани на цей Олімпійські ігри? Ну, у нас несколько кандидатов на участие в Олимпийских играх. Среди них Оксана Окунева, это прыжки в высоту, Юлия Чумаченко, прыжки в высоту, Тамара Бирюк, прыжки в высоту, Артур Колесник, прыжки в высоту, ну и бегуны, это Юлия Игнатова, возможно, марафон, и Валентина Килярская, 3000 с препятствиями, Диана Киричук, 1500 метров. Это у нас люди, которые являются кандидатами на участие в Олимпийских играх, но им нужно выполнить контрольные нормативы для участия, чтобы попасть на Олимпийские игры. Коли вони будуть виконувати ці нормативи? Эти нормативы выполняются в течение года, буквально за несколько недель до Олимпийских игр. Выполняют контрольные нормативы, их включают в список. Это все идет в электронном виде. Международная федерация, Олимпийский комитет это все контролирует. Потом утверждается список Олимпийским комитетом федерации, и спортсмены попадают таким образом на Олимпиаду. Тобто надія на те, що миколаївські легкоатлети на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро будуть, є? Да, ми не виключаємо таку можливість, стараємося, щоб спортсмени достойно підготувалися. Все буде залежати від фінансового положення і головне, щоб не було травм. Ми, звичайно, бажаємо вашим вихованцям, щоб вони дійсно гідно представили нашу державою, наше місто на Олімпіаді. І, по-перше, щоб вони вибрали ліцензію на цю Олімпіаду.
Ну, звичайно, цікаво. Я знаю, що на самий Новий рік ви організуєте якісь дуже цікаві змагання. Трошечки про це. Мы проводим очень много всевозможных мероприятий, и инициаторы такого праздника стали наши молодые тренеры, которые работают в нашей школе. И эта школа, наша школа проводит 30 декабря в 9:30 идет регистрация, называется «Мандариновый забег». Все участники бегают 2016 метров на центральном городском стадионе и получают призы. Это такие веночки с мандарин. Мы бачимо зараз афишу цих змагань. Так что мы приглашаем всех желающих, горожан, детей, взрослых. Но вот одно из условий – это должен быть какой-то новогодний костюм. И будут еще разыгрываться специальные призы за новогодний костюм, за номер художественной самодеятельности, потому что это такое новогоднее, театрализованное спортивное шоу проводят наши тренера. Я думаю, що хтось обов'язково буде у костюмі Діда Мороза та Снігуреньки і, звичайно, з шампанським будуть бігти, а на фініші вони це, як кажуть, обмиють свою перемогу. Побажаємо це учасникам, які візьмуть участь у цих змаганнях. Анатолій, час нашого останнього у цьому році ефіру добігає завершення. Сьогодні ми говорили про легку атлетику з директором Миколаївської дійшов з легкої атлетики Анатолієм Богойовим. Я дякую, Анатолій, за участь у нашій програмі. Також дякую всім вам, шановні телеглядачі, за те, що довіряли нам цей весь рік. Ми хочемо, щоб наступного року також наша країна жила в мирі, в спокої, щоб спортсмени здобували свої перемоги. Дякую всім вам за те, що нам довіряли, і, звичайно, до нових зустрічей у новому 2016 році.